Храм Серафима Саровского на Цыганском бугре старейший в городе Курске. Находится он на улице Полевая, 17. Здесь был построен каменный кирпичный храм в 1905 году стараниями купца Пузанова. Здесь же была также в комплексе построена церковно-приходская школа на 2 этажа. Прихожане храма очень добрые, отзывчивые и гостеприимные люди. Они всех радостно приглашают на свой праздник. Здравствуйте! Завтра у нас престольный праздник батюшки Серафима Саровского. Приглашаем вас завтра посетить наш храм. У нас будет литургия, крестный ход, молебен. Милости просим вас к нам. Помимо других мероприятий, в воскресной школе будет праздничный концерт. Я буду играть на гитаре, а мой брат на скрипке. Приходите, будет очень интересно и весело. Может, кто не знает, но в Курске есть улица Серафима Саровского. Устроена она была хлопотами общественной организации, которая была названа в честь преподобного Серафима Саровского. Она действует уже 10 лет. В этом году исполняется юбилей. И есть еще одно место в Курске, куда почитатели преподобного Серафима Саровского могут прийти и не только в день его памяти, но и всякий день в Свято-Троицком женском монастыре служится литургия. Есть икона, старинная икона, намоленная, перед которой много лет молились сестры Свято-Троицкого монастыря. И у них особое отношение с батюшкой Серафимом. Маленький Прохор, будущий преподобный старец Серафим Саровский, ходил к нам в монастырь со своими родными, с бабушкой, с мамой, с сестрой. Мы знаем, что у него отец рано умер. Потом такое женское окружение водило его в наш монастырь. И здесь, бывая на службах, видя монашеский труд, общение с монахами, у него сложилось доброе отношение к женскому монашеству. И это отношение прошло через годы его жизни. Мы знаем, что батюшка Серафим больше прилагал много усилий для создания монастыря в Дивеево. Но память пребывания его здесь и глубокое почитание уже после прославления выявилось в том, что в 1911 году здесь был освящен престол в честь Серафима Саровского и Иосафа Белгородского, двух святых, почитаемых в Курском крае. Свято-Троицкий храм, раньше такой роскошный, в годы безбожной власти он был смят, растоптан, уничтожен. От богатого убранства остались лишь воспоминания. Но именно в этом храме Прохор Машнин со своей семьей молился. Пускай не осталось роскошного убранства, но стены помнят маленького мальчика, приходившего сюда. А огромные толстые доски, единственный, может быть, оставшийся элемент из ранее бывшего здесь роскошного убранства, помнит, когда на них ступала нога святого уже монаха Серафима Саровского, который, возможно, как мы можем представить себе, приезжал сюда по приглашению курского духовенства послужить вместе литургию. Курский Сергиево-Казанский собор – это великолепное произведение церковной архитектуры, уже не одно столетие высится над нашим городом. Есть в его архитектурном ансамбле маленькая часовня, сооруженная недавно в честь одного замечательного события. Вы, наверное, знаете какого. Про чудесное спасение отрока Прохора Машнина знают все, но не все бывали на этом месте. В память этого события в нижнем храме собора устроен предел во имя преподобного Серафима Саровского, а на месте падения установлен памятник с изображением батюшки Серафима. Еще один храм в городе Курске, можете видеть новый совсем сруб, красивый, как будто бы елочная игрушка. И здесь не только снаружи красота, а еще и внутри. Здесь замечательные батюшки, великолепный хор и огромная просто-таки воскресная школа. 1 августа в этом храме особое торжество. Настоятель храма, протоиерей Владимир Моносилов, празднует свой день рождения. Главной святыней храма – это икона преподобного Серафима Саровского с частицей святых мощей, икона святителя Николая Мирликийского, тоже с частицей мощей, и многие другие –